как наше тело рассказывает о ментальном здоровье. Тело показывает, в каком возрасте произошло потрясение при помощи определенного мышечного теста. Что такое кинерджетика? Кинерджетика – это вообще телесная, энергетическая балансировка тела. Какие проблемы помогает решить новый метод терапии? Человек забывает, ну, на уровне ума и сознания какие-то, ну, очень травмирующие вещи, а тело помнит. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 29 октября, 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Зоя Немирова.